здравствуйте, уважаемые учителя, родители, гости! Сегодня в нашей школе особый долгожданный праздник. Праздник прощания со школой, школьными годами. В этот вечер вы все станете свидетелями и участниками самого знаменательного школьного события. Событие это радостное и грустное одновременно. Радостное, потому что в самостоятельную жизнь входит новое поколение выпускников, а грустное, потому что выпускники сегодня прощаются со школой, учителями и уроками. Пусть этот вечер будет вечером благодарности и светлой грусти, вечером желанного, долгожданного, безоговорочного единения учеников, учителей, родителей. Пусть украшением его будут счастливые улыбки, добрые слова, пожелания и, конечно же, неожиданные сюрпризы. Но самыми главными и самыми лучшими сегодня будут наши замечательные, талантливые выпускники. Внимание! Выпускники 2022 года! Агафонцев Вадим! Директор государственного, бюджетного, нетипового образовательного учреждения «Спортивный интернат Чертаново Москомспорта» Савченко Илья Георгиевич. Заместитель директора государственного, бюджетного, нетипового образовательного учреждения «Спортивный интернат Чертаново Москомспорта» по общим вопросам Кошина Ольга Александровна. Школы Федорова Лада Викторовна, начальник спортивного клуба Мадьяров Максим Рушанович, начальник спортивного клуба Никитин Валерий Александрович. Внимание! Звучит гимн Российской Федерации.
экзамены сданы. Золотая школьная пора позади. А впереди поступление в вузы, студенчество и такая интересная самостоятельная жизнь. Школьные годы были полны интересных открытий, иногда разочарований. Здесь вы научились отстаивать свои взгляды и убеждения, дружить, любить. Все то, чем вы жили эти 11 лет. Все это вы будете вспоминать, когда выйдете за порог школы с путевкой в жизнь, которая называется «Аттестат о среднем общем образовании». Уважаемая Лаза Викторовна, просим вас подойти к нам, чтобы для зачтения приказа об окончании школы выпускникам 2022 года. Приказ от 22 июня 2022 года, номер 451. Приказываю, я говорю, что после, выдать аттестаты о среднем общем образовании выпускникам 11 классов, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию согласно списку. Агафонцев Вадим Владиславович. Александров Илья Владимирович. Анисимов Владислав Александрович. Можно еще? Пожалуйста, еще раз. Не стоит. Анисимов. Бычков Егор Евгеньевич. Гатин. Клименко Артем Сергеевич. Второй раз можно не хлопать. Коновалов Владислав Валерьевич. Макаренко Павел Алексеевич. Куличок пришел? Поляков Иван Павлович. Рой Александр Евгеньевич. Светов Захар Викторович. Здесь можно дважды. Веселов Даниил Александрович. Жихарев Владислав Михайлович. Измайлов Алексей Геннадьевич. Карагезян Светлана Артамовна. Возможенко Максим Александрович. Борис Михаил Павлович. Коленька Шутеев. И наша Марточка. Юдина Марточка. Пока эти ребята, у нас есть еще одна медалистка. Мы ждем последний результат для того, чтобы подтвердить золотую медаль. Пока приказ не внесена. А Мершенченко, нет? Лето забыли. Моя медаль. Остальные детки ждут. Надеемся, что все будет хорошо. Ребят, я даже не знаю, что для кого главнее этот праздник. Для родителей, для нас, учителей, для моих любимых многострадальных учителей или для вас, ребята. Но точно знаю, что героями нашего сегодняшнего праздника 100% являетесь вы. Поэтому, конечно же, вам желаю удачи и достичь всех тех высот, которые вы себе наметили. И хочу, чтобы вы запомнили сегодняшнюю минуту, вот то ощущение, состояние, и в будущем, когда будете достигать вершин, чтобы возвращались вот к этому состоянию, этот драйв такой, который сегодня получите при получении аттестата, чтобы он сохранился, и всегда вы пользуетесь тем, что вы уже ощущали. Конечно же, родителям хочется пожелать здоровья и терпения, потому что у вас впереди самые замечательные, самые крутые и самые веселые
годы жизни ваших детей, и вам предстоит очень много постичь вместе с ними. Не надейтесь, что вот эта прекрасная жизнь, она сегодня прекратится. Но учителям и гостям я желаю таких же выпускников, как сегодняшние наши птенцы, которые улетают, и надеюсь, что в будущем все так же и будет классно, с аттестатами, с экзаменами и с медалистами. Марта у нас уже заслуженный медалист, и хотела бы отметить, Юдина Марта у нас подтвердила вторую медаль. У нее были две медали, которую одну мы вручаем на сегодняшнем празднике, а вторая медаль будет вручена департаментом образования торжественно уже непосредственно в департаменте образования. 220 и выше баллов – это вторая золотая медаль. Поэтому... другой медали пока я вам еще не хочу говорить, пока еще непонятно. Вот, когда будут результаты, мы уверены, но пока мы не будем об этом говорить. Ребят, еще раз вас поздравляю, начинаем наш праздник. Для торжественного вручения аттестатов на сцену приглашаются также директор государственного бюджетного типового образовательного учреждения спортивный интернат Чертаново Москвы-спорта Савченко Илья Георгиевич, также руководители Кутинина Елена Васильевна, Буркова Нина Александровна и Костромина Александра Муратовна. Никогда не прогуляет. Учебу и романтику душа ее как нить умеет обаятельно себе соединить. Аттестат о среднем общем образовании вручается. Мы все поняли, да? Юдиной Марте. Всегда он скромен, свеж душой, любовь.
член компании, он свой. Он славен качеством своим, всегда готов помочь другим. В работе всякий удалец, и ни хапуга, ни дилет. О нем все точно, слово в слово, мы подписываться готовы. Аттестат о среднем общем образовании вручается Гафонцеву Владимиру. А спорт такой, что помощнее. Футбол – любимая игра. К тому же он артист хоть куда. Много он ролей исполнил, когда он только, кого он только не играл у нас в сцене школьной. Итак, господа, среднее общее образование вручается Коновалову Владиславу. Ситуации, где бы он мог бы растеряться. Поток фантазии бьет ключом, желает первым быть во всем и в жизни задумки воплотить, чтоб интересней стало жить. Аттестат о среднем общем образовании вручается Клименко Артемовичу. Аттестат.
Полин, мечты все сбудутся обязательно. Ты само очарование, очень милое создание. Тебе искренне желает много счастья и добра. Будь ты счастлив навсегда. Аттестат о среднем общем образовании вручается Веселову Данилу. Артема молодца, гибкость стана и ума, обаяние за роман. Это пропуск хоть куда на великие дела. Аттестат о среднем общем образовании вручается Варданову Артему. Очень динамичный. Посидеть 40 минут для него нелегкий труд. Вот и не сиделось, все взлететь хотелось. Крылья выросли, пора, вдаль от школьного двора. И никогда не сдаваться. Слово для поздравления предоставляется директору государственного бюджетного типового образовательного учреждения «Спортивный интернат Чертанов» Савченко Илье Георгиевичу. Дорогие ребята, я хочу вас поздравить с таким прекрасным, светлым праздником, как выпускной. Хоть
прозвучало сегодня слово «прощались» именно со школы, я все-таки хотел бы, чтобы мы не прощались, а просто сказали друг другу «до свидания» и еще на долгие-долгие годы, ну, были бы единым целым. Вы вступаете во взрослую жизнь, мне бы, наверное, в первую очередь хотелось бы вам пожелать самое главное вот, сохранить вот этот юношеский максимализм. Ну а мы со своей стороны обещаем вам быть вашими самыми верными болельщиками, чтобы у вас все сложилось в этой прекрасной взрослой жизни. Спасибо. Слово предоставляется классным руководителям Крутининой Елене Васильевне и Бурковой Нине Александровне. Волшебная шляпа. У нас есть юный волшебник, который будет руководить этим действием. Волшебник, вы готовы? Наша шляпа готова? Думаете, да, да? Ну, давайте проверим тогда готовность нашей шляпы на нашем любимом ученике. Вы все знаете его, это Гатин Булат. Он должен сейчас... Посмотрим, о чем думает наш. Заливали, это мы не проходили, это нам не доставали. Я думаю, мы сейчас проверим это на Владимире Агафонце. Давайте. Так, внимание. А я
все чаще замечаю, что мне как будто кто-то окаменил. О морях и не мечтаю, ветер и природу заменил. Очень важно. Кто не хочет, тот ищет причин.
А кто хочет работать, учиться, в спорте достигать огромных, вершин, обязательно ищет возможности. Пусть у вас будут огромные возможности в вашем любимом спорте. Пусть у вас будут чудесные, просто замечательные успехи в дальнейшей учебе. И, конечно же, огромная, знаете, вот просто огромная личная и счастливая жизнь. Вот от всей души. Ребята, давайте поблагодарим просто аплодисментами всех людей, которые сегодня пришли поздравить нас с нашим замечательным этим торжественным днем. Просто скажем спасибо всем, кто здесь. Скажем спасибо всем, кто у нас просто-напросто не подошел к нам еще. У нас есть ученики, которые не подъехали. Подъедут позже. Просто давайте поплотим и скажем спасибо. Дорогие мамы и папы, вы самые близкие, родные, любимые люди для наших чудесных выпускников. Именно вы помогли детям преодолеть их первую жизненную школьную дорогу. И благодаря вам они с нее не сошли. Мы уверены, что они вас продолжат радовать и никогда не подведут. Предоставляем слово Веселовой Любови Николаевне. Для вас это тоже необыкновенный день, полный волнения и переживаний, радости и грусти. Вы проделали длинный и очень тяжелый путь вместе с нашими мальчишками и девчонками. Спасибо за то, что, несмотря на тернистый путь, вы вселяли в них надежду и веру. Спасибо, что помогали нашим детям не свернуть с пути даже в тот момент сомнений и вдохновляли двигаться дальше к цели. Пусть в памяти останутся светлые моменты и радостные воспоминания, подкрепленные гордостью за своих выпускников. Желаю вам успехов, процветания и личного счастья. Пусть следующий учебный год принесет лишь положительные эмоции и интересные находки, а ваши новые классы пополнят замечательные юные ребята. Желаем зарядиться целебными силами и терпением для дальнейшего долгого путешествия по стране знаний. Отдельно хочу сказать огромное-огромное спасибо Ладе Викторовне за создание условий для вас и ваших учеников. Наши дети не просто ученики. Они спортсмены со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Это сборы, соревнования, отъезды. Но благодаря вам они вышли на финишную прямую с хорошими результатами. Сил вам, возможностей и реализации всех ваших замечательных планов. Благодарим и директора нашей школы Илью Георгиевича. Пусть ваши грандиозные планы реализуются. И имена выпускников Академии Чертанова и далее становятся гордостью отечественного и не только футбола. Еще раз огромное спасибо всем. Пригласим еще одного нашего председателя родительского комитета. Наталью Анатольевичу. Давайте поаплодируем. Уважаемая Любовь Николаевна, уважаемая Наталья Анатольевна,
благодарим вас за многолетнюю ответственную работу, направленную на укрепление связи семьи и школы, формирование единого воспитательного процесса. Желаем творческих свершений и удачи во всех начинаниях. Всем здравствуйте. Когда я пришел в эту школу, думал, что пришло быть лет через 100, а он уже вот. Я говорю, Владик, дорогая наша. В этот день все слова для вас. Спасибо, что никогда от нас не отворачивались. Верили в нас, а это очень важно. Мы не всегда были послушны, но вы нас понимали и прощали. Дорогие учителя, можно убрать телефон, пожалуйста? Спасибо. Дорогие наши учителя, я поражаюсь вашей выдержкой. Мы как-то пытались бежать с уроков, но у нас не получилось. Но вы не сбегали. Молодцы. Из всех уроков нам больше всего нравилась перемена. Зато мы научились писать самые маленькие в мире шпаргалки. А если серьезно, мы знаем, что с нами было трудно. Мы благодарны преподавателям, которые все равно вели нас в знания. Пожалуйста, не забывайте нас, а вы уже точно будем вас помнить всегда. Здоровья вам и долгих лет жизни. Яна Владимировна и все сотрудники интерната, спасибо, что всегда рядом и поддерживаете нас, и заботитесь о нас. Без учителей мы бы не были такими умными. Без тренера спасибо, Игорь Николаевич! Мы были такими талантливыми, а без родителей нас бы вообще здесь не было. Вы всегда рядом, поддерживаете, переживаете за нас. Вы когда-то за руку привели нас сюда, в спортивную школу. А теперь мы выросли и многое поняли. Спасибо вам за все и низкий поклон. Школа окончена. А что же дальше? Что? А дальше учеба, работа, новые рубежи, а значит, новые победы. Наш 11 класс, и 11 А, и 11 Б, я считаю, что у нас вообще был один класс, неважно, какая была литера, хотят очень услышать вас. Дорогие выпускники, в вашей жизни будет успех, обязательно будет, но я вам желаю не расслабляться, не зазнаваться и от меньшего успеха двигаться к большему. Будут трудности, обязательно будут трудности. Я желаю вам не пасовать, не тушеваться, двигаться вперед к намеченной цели и с правдой по жизни еще раз двигаться вперед. Хотел бы сказать, что кем бы вы ни стали, кем бы вы ни были, то высшая должность на этой земле – быть человеком. Это слова одного известного певца Йосифа Кобзона. И вот эти строки, которые мне врезались в память, я хотел бы вот сказать. И второе. Нас всех объединяет игра, да, прекрасная, большая, такая, как футбол, которая лишает нас покоя, пронзает душу, как игла. Не знаю, что это такое, но это больше, чем игра. Все эти клубы и команды лишь с виду сами по себе. Влияние их на нас огромны, отражены у нас в судьбе. Всем добра и удачи. Хотел бы сказать всем спасибо нашим дорогим руководителям, докторам, учителям, воспитателям, родителям. Еще раз огромное-огромное спасибо за таких прекрасных детей. Слово предоставляется руководителю интерната Елене Владимировне.
считаю, что я неудачно вышла в каком плане. Я сидела очень сосредоточенная, очень серьезная, как положено быть руководителю интерната. После шляпы, ну, шляпу должен снесло, после всех-всех, поэтому буду говорить как могу. Я вам так скажу, я не первый раз на этой сцене и говорю эту речь. Но сначала хочу поздравить, никто не связал мне это с языка, я долго ждала, с дебютом нашу администрацию в плане общеобразовательной школы, с полноценным дебютом годовым. Илья Александрович, Илья Георгиевич, Ольга Александровна, Максим Рушанович и Валерий Александрович. Заметьте, не Виталий. Сегодня Лада Викторовна сказала, что героями этого праздника являются ребята. Согласна. Они для меня всегда герои, везде и всегда. На данном этапе, мое мнение, для меня героями являются все-таки учителя. Вот на этом, именно празднике, выпускном. Опять же, вершиной айсберга этой махины, названием общая образовательная школа, в хорошем плане, естественно, Лада Викторовна вы. Поэтому первые мои слова благодарности – это вам. Как вы умудряетесь пропускать все, даже через руки, через вашу душу, я не знаю. Это дано только вам и знамо вам. Опять же повторюсь, я не первый раз на этой сцене. Последний 2020 год я тут танцевала. Так как я была представителем, родителем, вот как вы сейчас, мой выпускник, тоже окончил эту школу. И мы сейчас, я вам так скажу, уважаемые родители, уже пожинаем плоды, то, что внесли. Поэтому вам тоже хочу, думаю, что вы тоже их пожнете. Плоды хорошие. Поэтому, Лада Викторовна, здоровья вам, всего-всего-всего вам хорошего. Уважаемые учителя, опять же, я как никто, знаю, какое вы делаете дело. Именно не все учителя, а именно ваш коллектив. Что он делает? С учетом, что у нас школа специализированного характера, спортивного, да, и все вот эти объединять, это даже не мозаика, это ребус. Как это пазл, большой очень пазл с размером большим. Как вы все это объединяете, ну, тоже пока мне неведомо. Да, и сколько даете терпения, как вы преподносите, это колоссально, конечно. Поэтому я хочу пожелать вам железного здоровья, успехов в вашем труде, всего-всего хорошего. И храни Господь наших воспитанников, наш коллектив, нашу администрацию и нашу школу Чертаново. Уважаемые гости, а теперь финальная песня.
что мы снимали, не было здесь. Уважаемые гости, учителя, выпускники, родители, выпускной 2022 года окончен. Большое спасибо вам за внимание. Thank you.